Одним из счастливчиков, удостоившихся высшей награды по итогам проекта «Jazz Project», стал молодой житель Иргизского района Азамат Есиноманов. Идею открытия собственного дела, не только прибыльного, но и полезного обществу, парень выносил долгие годы. Подспорьем стала поддержка со стороны близких. Грант в размере 1 миллиона тенге начинающий бизнесмен направил на осуществление давней мечты – покупку специального такси. Мой проект подразумевал оказание помощи инвалидам, пенсионерам, ветеранам и другим представителям социально уязвимых слоев населения. Для этих людей я оказываю услуги такси, на бесплатной основе вожу их по делам, где надо, помогаю решить определенные вопросы. Программа рассчитана на полгода. 26-летняя Гульсая Актабаева – молодая хозяйка современного уютного кафетерия, рассчитанного на 160 человек. Открытие заведения в рамках проекта «Jazz Project» позволило девушке обеспечить рабочими местами 5 жителей района. Команда, состоящая из талантливых и активных ребят, готова предложить посетителям блюда национальной и европейской кухни. В самом начале я занималась торговлей, у нас был свой продуктовый магазин, но в душе всегда мечтала о большом бизнесе. И вот, воспользовавшись государственной программой «Дорожная карта бизнеса 2020», я открыла свое небольшое кафе. Строительство и ремонт обошлись в 15 миллионов тенге. Не без трудностей, конечно, но справляемся. В настоящее время в Иргизском районе проживают 3800 молодых людей в возрасте до 29 лет. Порядка 100 из них являются успешными представителями бизнеса. В дальнейшем ряды предпринимателей будут пополнены, обещают местные власти. Айсулу Махмутова, Ануарбек Мырзатаев, Армандус Магомбетов, телеканал Ахтубе.